А где же тракторист, спросите вы? Дело в том, что этот трактор может обходиться без водителя. Машиной управляет специальный автомат. Его создали сотрудники Украинского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Сейчас проходит испытание. Вот видите, впереди трактора рычаг с направляющим башмаком. Его малейшие движения передаются механизму управления. Имея на машине такой автомат, тракторист может один работать и на прицепных агрегатах, а во время пахоты обслуживать несколько машин. Интересно, как отнесутся к этой новинке трактористы?